Интенсивность взрывов в РСИ спала, но они продолжаются. Количество пострадавших возросло до 71. Трое военных погибли. Медики ожидают к утру несколько сотен. Военные продолжают эвакуацию гражданского населения в Шымкент. Если я не выживу, то родители, я вас люблю. Необходима полная консолидация общества в ликвидации трагедии и помощи пострадавшим. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. Поэтому по всем направлениям будет двигаться колонны, машины специально будут подбирать людей и вывозить на специально организованные лагеря. Касым Жомарт-Такаев вылетел на место происшествия. В МВД уже открыли уголовное дело по статье 462 «Нарушение правил обращения с оружием». Кто же в итоге окажется виноватым в этой трагедии? Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.